Я вновь разбил копилку мозга, ко мне явились те же гориллы. Первая чистила зубы, видимо, ее отвлек, и она меня избила. Вторая, как обычно, невменяемая, сидела под умывальником и слушала джаз. Я лежал рядом с туалетным ёршиком и думал, ну вот опять начнется сейчас. Мне в который раз не дадут наслаждаться сном. Да, горилла начала говорить вновь безудержно о том, как Акин Финикитич Демидов так ни разу не побывал на Алтае, как 2 месяца не работал трубопровод «Север», запущенный еще в мае, как глобальное затемнение спасает всех от парникового эффекта, как Андрей Бодров советовал прятать взгляд в рекламных проспектах, как желтели 2 дерева на гербе Вюртемберга, как в четверг Кейси приехал Ник с чемоданом героина, как из Калинина в большой панике войска бежали в направлении Клина, как Энрико пел серенады в фильме «Новый парень моей мамы», как 25 июля праздновали День города в Паране, как Артемиду Медвилл щет дочерей не оба в ее же собственном доме, как в Турции Екатеринбуржец наконец-то вышел из комы, как Конгресс США принял закон об островах Гуана, как Леха Никонов кричал Лимонову «Зачем поэту охрана?», как каждый день панки рядом с ее вольером горлани, что все идет по плану. Это запись баса для нашего второго альбома. Смотрите, как проходит наш творческий процесс. Макс, давай. Ну нахуй твои козы, давай раздевайся. Все бабы наши. Темно, пиздец. Стимуляторы, галлюциногены, это вера, надежда и любовь, пожалуй, на условия.